Всем привет, это канал Бородач ТВ, и сегодня у нас в гостях Дмитрий, который сидит в телефоне и не хочет с вами разговаривать. Поэтому я попробую что-нибудь сегодня вещать самостоятельно. Всем привет. Ты вернулся. Ты как Карлос. А что ты не сказал-то, что мы в эфире? Да? Ну, конечно. Ну что, у нас есть маленький анонс мероприятия 4 марта. В тайм-кафе будет мероприятие, посвящено дыханию Индии. Так. Я тебя не дыхнул, у тебя немножко, нет? У меня получше дыхание? Или все-таки так себе? Ты держишься. Да! Ну что? Подожди, вот на самом деле... Я думал, заканчивать пора. Да рано еще. Что там будет-то? Вот как ты представляешь? Ты посвященный человек. Что ты представляешь? Я предполагаю, что... Ингаляция будет? Что? Ну, там сейчас же простудные заболевания. Ты про это говорил? Немножко подышать морским воздухом или как? Что будет? Нет, там, скорее всего, тебя возьмут и зарисуют. Зарисуют тебе на теле, да. У нас, кстати, даже... Боди-арт? Ты знаешь, вот... Или мехенди, как называется правильно? По-индийски. Мехенди. А так по-нашему боди-арт. Ну, это тоже не по-нашему. Сегодня вот только-только вот недавно разместили пост. Какой? И одна девочка взяла и сразу нарисовала себе... Ну, это не точка G, которую ты подумал. На лоб. Да. А. Такое, родинка. Есть у нас Она давно мечтала Ирина носить, индийская, носить родинку. Так. И вот решила нарисовать. Так, да короче, у каждого, кто появится на мероприятии, будет на лбу точка волшебная. Да. Так, будут расписаны руки. Будут. По локти. Это заводские наколки называются все-таки или как? Заводские, думаешь? Не знаю. Михалыч, подожди, еще что будет? Там, говорят, будет этот, ну... Медитация, что ли, как это правильно? Вот я нормально медитирую? Это в транс. Сейчас ты немножко... войдешь в транс. А, так, хорошо. Она говорит ом-ом, гом. Так, то есть прогуживание будет некоторое, да? Халыч, вернись. Я, слушай, только что был в Индии. Только что был в Индии? Как там классно? Там типа... Скажи лучше радиослушателям, как ты с инопланетянами разговариваешь. Связь с инопланетянами. Алло, алло, алло. Нет, это просто избытки производства. Приходится записывать ну, с двух камер. Ребят, мне даже поплохело от выхода к этого Михалыча. Слушай, вчера же был прикольный день. Прикольный день был. А сегодня ну, какой? У нас сегодня, да, не такой прикольный день, пасмурный, но не менее прикольный, но пасмурный. Ну просто не все знают, что у нас штора упала. Штора упала, да, у нас как-то за окном не очень пасмурно. Вернее, не очень солнечно. Как ты думаешь, вот подожди. Вот есть причинно-следственная связь во всем, да? Но. Вот у нас упала штора. Как ты считаешь, почему она упала? В результате потому чего? Что у нас есть некоторые специалисты иностранные, которые почему-то халатно подошли к некоторым вопросам. Так, это специалисты, ты давай конкретно. Нет, я не буду конкретно. Тот, кто знает, тот знает. Тот узнает. Слушай, Михалыч, давай лучше расскажем про нашу вчерашнюю прогулку. У нас тоже было вчера дыхание соснового бора. Было очень да, классный день. Пчела светило солнце, было куча аварий. И мы ходили... И нам было классно. Да, кстати, по поводу одной аварии такой интересной, которая около было очень интересно. 14-го, а нет, подожди, около 14 этажки на Красных Фортов 10. Угу. А, ну, такое произошло маленькое ДТП. И спросили, а что произошло? Он, ну, собственник, скажем так, автомобиля сказал, нечаянно откатилась машинка. На ручнике, да? На ручнике. Да, ну, нечаянно откатилась. Ну, бывает. Ну, такое бывает. Бывает. А что? Это хорошая новость или плохая? Отлично. Это просто новость. Не, на самом деле, я не понимаю вот этих новостей. Люди выкладывают новости, ну, случилась авария. Это, ну, что это? Ну, это происшествие, да, какое-то, случилась авария. Но это же не новость. Нет. Оно, знаешь, вот как вот какое-то, как глумление над бедными людьми. Нет, нет вот такого, знаешь, нет. Если бы, например, авария, да, случилась, загорожена там дорога, там, да, пытаются разобрать этот завал, вот, не объезжайте, вот новость. А так просто машина раздолбанная стоит. Нет, чтобы скинуться всем миром, помочь бедным заводчанам. Ж. Ну-ка скажи, у тебя, походу, проблемы с буквой Ж. Ж. Вот, скажи лучше, что это у тебя за цветочек? А, так я уже начал говорить. Вон тот. Дыхание Индии. Дыхание Индии. Что за цветочек? Лотос. Ты почувствовал его опять? Да. Второй раз. Стёба, ты можешь сказать как-то вот вообще, пригласить людей на мероприятие? Когда мероприятие? Где будет тайм-кафе? Где находится вообще? Тайм-кафе находится... В Сосновом Бору. Этого достаточно? Где-то в районе Парковой улицы. Чувствую. На дыхание, конечно. Индийское. Так. В общем, тайм-кафе находится в торговом доме или центре? Липовский, да?
Липовской или Липовской? Липовской. Липовской. Ну, не знаю, там как. Ну, пускай будет Липовский, да. 25. Так. Там находится тайм-кафе. В 12 часов будет проходить там мероприятие. Сейчас скажу, до 15:00. А, то есть оно да, 3 часа. Потом, да. А кто может присутствовать? Это любой индиец вообще или индус? Любой раджа, да. Раджа. То есть надо в челме приходить или как? Или просто можно с ковриком? Ну, как получится, слушай. А дальше они перемещаются в 17:00. Но это не будет... кришнаиты, нет? Нет. Нет, это не кришнаиты. Нет. Ну, рад. Ну, так. Тоже секта, по ходу дела. А в 17:00 перемещаются они на Героев 63, там, где находится гармония. Центр гармонии. Центр, да, центр гармонии. Ага. О, там уже будут танцевать. То есть у них там танцульки. Большой зал, так. И все такие, ого. Не, вот так надо делать? Я не знаю. Я... Давай, нет. Слушай, Джон, я на тебе точку нарисую. Мне просто как-то сподручней, что ли, будет. Ты решил меня пульнуть. Ладно, ну что, не будем больше утомлять своими рожами, чуть не сказал. В общем, по поводу мероприятия. У нас размещен в группе «Сосновый Бор» пост. И, соответственно, если вы там нажмете на кнопочку «Подписаться», вы сможете пройти и поподробнее узнать об этом. Зарегистрироваться. Там же тоже ограниченное, так понимаю, число. Там же все не влезет весь. Но я договорился, нас пустят. Ну ладно. Но мы будем с тобой в другом городе. Ну, мы будем в другом городе. Ну, у нас поездка деловая, так что... Ну, все, тогда до встречи на этом... Где? На дыхании Индии. Ну, где-то там на Гуам поедем. Гуам. Туда поедем. Всем пока.